Приветствую вас. Вы обратились в раздел психологии, по крайней мере, написали в раздел психологии. Не совсем понятно, по какой причине вы говорите здесь про магию, да, потому что психологи считают, что магия, будучи недоказательственной и, соответственно, полностью неопровержимой, не может выступать фактором, на который можно сколько-нибудь полагаться. Вот. Поэтому несколько странно здесь, вот именно в контексте психологии, да, именно в контексте психологии, слышать от вас что-то по поводу магии. В первую очередь, опять же, с точки зрения психологии, хочется сказать, что ваши опасения по поводу мужчины, они понятны. Потому что мужчина далеко, и вы не можете повлиять на него, да, и так далее, это все понятно. Но понимаете, в чем дело? Действительно ли вы считаете, действительно ли вы считаете, что можно уберечь другого человека от того, чтобы он, ну, к примеру, вам не изменил? А действительно ли можно уберечь человека от того, значит, чтобы он, ну, не участвовал в каких-то вещах, да, которые вам неприятны? Вот. Дальше. Нет ли у вас такого, что за желанием уберечь, к примеру, человека, как вы говорите, страхом его потерять? Понимаете? То есть, не боитесь ли вы этого? Не боитесь ли вы ну вот, того, что с вами будет, если это произойдет? Понимаете, какая история? Насколько вы доверяете своему мужчине, например? Насколько вы в нем уверены? А насколько вы уверены в себе?
Понимаете? Какая история? Вот. То есть, это вот такой момент для вас, на мой взгляд. Далее вы пишете, что есть женщина рядом, которая хочет его забрать. Ну вот, правда, вы действительно считаете, что можно забрать человека. Вот. Вам правда кажется, что вы можете так сделать? Вот. То есть, вам правда кажется, что разумного взрослого человека можно забрать у вас, как вещь, например? Понимаете? То есть мне кажется, что тут вы как-то вот немножко не по-взрослому относитесь к себе и мужчине. Вот. Вот такая история. Такой момент. Как опять же мне видится в этой ситуации. Ну, такой момент. Вот и все. Поэтому, если у вас есть неуверенность в себе, если у вас есть ревность и так далее, то необходимо рассматривать именно неуверенность в себе, как основу проблемы, которая сейчас вам видится. Вот так. А магия это в данном случае мне представляется как некое средство для переноса ответственности, то есть вместо того, чтобы сделать ваши отношения более гармоничными, чтобы у мужчины не возникало мыслей о ком-то другом, вот, вместо этого вы, значит, ориентируйтесь на магию. Если ваш мужчина, соответственно, действительно уйдет, а к женщине, другой, вот, то вы наверняка будете считать, что он ушел вот из-за магии. Вот. А не потому, что, например, в отношениях с вами его, допустим, с
что-то не выстраивает. Вот. Понимаете? Вот, мне кажется, что так можно ответить вам на ваш вопрос. Так что уделяйте больше внимания себе, уделяйте больше внимания своему мужчине, и не бойтесь никакой магии. Все находится исключительно в ваших руках и под вашим контролем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!